Всем привет! Коротко и наглядно о погоде в Анапе 29 октября 2017. Сегодня пасмурно. В первую половину дня с разной интенсивностью накрапывал дождь. После обеда он вроде бы прекратился, и мы воспользовались моментом, пошли погулять, подышать свежим воздухом. Заодно поснимать для вас нашу анапскую достопримечательность, главную – море. А сейчас даже пытается солнышко просочиться сквозь тучи. И температура воздуха сегодня около 13 градусов. Как видите, многие вышли на прогулку, когда закончился дождь. Потому как целый воскресный день сидеть дома, конечно же, тяжеловато. Сегодня, помимо того, что пасмурно, дождливо, достаточно тепло, еще и безветренно, что радует. Например, завтра тоже будет дождливый день, но при этом, по прогнозу, довольно сильный ветер западного, юго-западного направления. Около 16 градусов температура воды в море. Люди, которые купаются не в пляжные дни, в межсезонье, становятся самой настоящей достопримечательностью пляжа. Приковывают к себе внимание. Некоторые их даже снимают. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Это лучшее, что вы можете сделать для нас, за наши старания. Смотрите на нашем канале Анапа Курорт Инфо погодные репортажи. Любуйтесь лиричным межсезоньем. С вами была Наташа. Не болейте, еще увидимся. Пока!